Экологическая акция в минувшие выходные состоялась в Жезказгане. Ее организовала корпорация «Казахмыс». Сотрудники предприятия, волонтеры и неравнодушные граждане вышли на очистку берега Кенгирского водохранилища. Аналогичный субботник прошел и на городском пляже Балхаша. О том, как медный гигант поддерживает республиканскую эко-акцию «Бырге-Таза Казахстан», расскажет Жалгас Асланбаев. Кенгирское водохранилище. Место для проведения экологической акции выбрано не случайно. Это одновременно источник водоснабжения Жезказгана и одно из любимых мест отдыха жителей Медного края. А еще и среда обитания уникальных животных и рыб. Жаркое лето дало о себе знать. Отдыхающих было много, и не все из них донесли отходы до мусорных урн. Ну вот вы наверняка уже видели, какое количество мусора скопилось здесь после летнего сезона. Кенгирское водохранилище – это любимое место отдыха многих горожан. Мы не хотим, чтобы все эти отходы сейчас вот легли под снег, а потом вместе с талыми водами оказались в воде нашего уникального водохранилища. Как подчеркнула Ирина Игнатович, это не просто субботник. Вначале для всех участников был проведен инструктаж. Пластиковые бутылки, жестяные банки и полиэтиленовые пакеты, например, отправлялись в зеленые мешки, а в белые – весь остальной мусор. Кстати, все то, что в зеленых мешках, отправили на переработку. Участие в субботнике – ответственная миссия каждого жителя региона. Гражданский долг. Город должен быть чистым. Необходимо не раскидывать пластмассовыми бутылками и убирать за собой. Это будет примером для подрастающего поколения. Надеюсь, что такие экологические акции будут и дальше продолжены. Впрочем, такого рода эко-акции для Казахмыса не в новинку. Скоро компания посадит деревья в Жезказгане и Балхаше, а в школах-регионах пройдет месячник по обращению с отходами. Итог прошедшей эко-акции положительный. В двух городах области было собрано 280 мешков мусора, большая часть из которых ушла на переработку. Кроме того, чтобы сократить в дальнейшем загрязнение прибрежных зон озера Балхаш и Кенгирского водохранилища, организаторы установили стенды на берегах водоемов. Жалгас Асгамбаев, Нурбол Уздикбаев, Амир Ибатов, Атамекен Бизнес, Карагандинская область.